Всем любителям бокса привет! У меня на обзоре сравнение и обзор одних из лучших боксерских перчаток производства Мексики, а именно бренд Сальвадор. Это испанский бренд, он сделал ребрендинг, раньше они назывались MXN. Перчатки шьются только в Мексике, Hecho en México. Это лучшие спарринговые перчатки производства Мексики. Бренд Сальвадор в основном занимается боевыми перчатками. А сейчас в последнее время стал активно производить тренировочные перчатки. Тренировочные перчатки, ценник начинается 239 евро. И с индивидуальным заказом перчатки начинаются с ценником 279 евро. На обзоре две пары 16-унцовых перчаток. 16 унций. В расцветке черно-красная. И чисто красные перчатки, тоже 16 унций. Эти перчатки отличаются наполнителем. Сальвадор делает на сегодняшний день два вида наполнителей. Это натуральный латекс, как в перчатках черно-красный. И современный наполнитель, это стеганый, смесь стеганого конского волоса с пеной. Этот наполнитель более долговечный. И лучшая передача энергии удара. Ощущения с этим наполнителем в этих перчатках. Ну, рассмотрим подробно эти перчатки и сравним их. Перчатка с латексом. Наполнитель латексная. Она немножко короче. По наполнителю они приблизительно по толщине наполнителя одинаковые. Большой палец немножко меньше, чем в перчатках с конским волосом. Большой палец очень хорошо защищен. Он довольно жесткий. Очень много наполнителя. И очень жесткий. Его трудно выбить. Он спрятан за выступом. С латексом более явный выступ большого пальца, чем в перчатках с конским волосом. Перчатки с латексом видно. Края латекса, по сути, как большинство перчаток, которые идут с латексным наполнителем, как в Клето Рейс и в других брендах. Конским волосом перчатки, они более округленные, более гладкий контур, более ровное распределение наполнителя. Подкладка. Подкладка в перчатках с конским волосом идет обычная атласная, плотная, приятная на ощупь подкладка. С латексным наполнителем перчатки, подкладка очень похожа на подкладку Гранта. Она вот такая натуральная идет. Лейба Hecho en México. Ярлык 16 унций. С тыльной стороны. Здесь с внутренней стороны 16 унций. Натуральная веревка. Шнуровка идет. Здесь шнуровка идет. Искусственная. Очень качественные везде швы с нейлоновой нитки. Очень качественный пошив. По толщине, по коже, перчатка с конским волосом, она немножко грубее кожи, толще. Здесь более тонкая и она как бы более эластичная, более мягкая, я бы сказал так. Наполнитель на тыльной стороне около 2 сантиметров, очень комфортный. И два валика с внутренней стороны, наполнитель для поддержки запястья. Здесь наполнитель с тыльной стороны, его немножко больше. Он специально стеганно сделан так, чтобы для удобной фиксации шнуровки. И с внутренней стороны два валика по наполнению немножко больше, чем в перчатках с конским волосом. Вентиляция в латексных перчатках присутствует как на ладони, так и на большом пальце. Вентиляция с конским волосом присутствует только на большом пальце. Перчатка больше полуоткрытая с конским волосом. Перчатка с латексом более сформованная, более изогнутая. Большой палец пришит к основной перчатке одним швом.
один шов спрятан внутри. Здесь, как у Гранта, большой палец пришит к основной перчатке двумя швами. О положении руки. Окружность ладони 23 сантиметра. Рука заходит довольно плотно. Очень большой, широкий внутренний карман для руки. Удобно для бинтов. Можно хорошо забинтоваться. Минимальное усилие для дожима. Минимальное. Очень хорошее положение большого пальца. Большой палец прямой, как у Гранта. Очень хорошее ощущение удара в этих перчатках. Перчатки средней жесткости. Хоть они и конский волос с пеной. Очень хорошее ощущение удара. Хорошая поддержка запястья. Нет обратного залома. Хорошая фиксация запястья. Перчатка довольно защитная и очень удобная. Большой карман широкий, места много. Перчатка с латексом. Рука заходит свободно. Внутренний карман широкий. Я бы сказал, может даже немножко шире, чем с конским волосом. Дожим еще легче, чем... Вообще дожим никаких усилий. Идеальная фиксация запястья. Идеальная. Места много внутри для большого пальца. Большой палец тоже прямой. Перчатка немножко вот так пружинит. Латексный наполнитель. Он чуть мягче, чем с конским волосом. Его очень много. Костяшки не прощупываются. Перчатка очень комфортная для спарринга. Идеально плоская ударная поверхность. Вес перчаток. Заявленный 16 унций. Левая латексные перчатки. 15,87. 15,91, извините. И правая 16-12. Перчатки практически соответствуют весу. Перчатки со стеганым конским волосом с пеной. Правая 16-16. И левая 16-47. То есть перчатки соответствуют своему заявленному весу. Вот такие качественные тренировочные, супер тренировочные, супер спарринговые, супер качественные перчатки испанского бренда Salvador, производство Hecho en México.